В Алматы завершился громкий процесс по делу вайнеров. Мейржана Турибаева и Мейрхана Шерниязова приговорили к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии минимальной безопасности. Процесс длился полгода. Подсудимые все это время настаивали на своей невиновности. Но в итоге судья не оправдал никого из 12 обвиняемых. Турибаев и Шерниязов признаны виновными по статье создания руководства финпирамидой. Остальным фигурантам назначены различные сроки лишения свободы. От 8 до 14 лет. Дольше всех в тюрьме должен задержаться главный подозреваемый в организации ОПГ Алмаз Курмангалиев. Еще двое фигурантов сейчас в бегах. Напомню, компания Мударабах Capital работала по принципу инвестиционной пирамиды. Доверчивым вкладчикам обещали 20% прибыль за участие в мифических госзакупках. Больше сотни человек перечислены на счета компании около 2 миллиардов тенге.